Обзор хаты. Это где мы тусуем? Телевизор. Компьютер мой временный. Тоже все от телевизора. Всякие прибамбасы. Ребят, комната сестры с парнем. Ну, временно переехали. Туалет раз. Ванна раз. Комната мамы. Со всеми кропачами везде. Ванна 2. Привет, передай Ване. А, от кого? В смысле, от кого? Зачем ты снимаешь? Я не снималась. Дима. Туалет 2. Дима, ну ты так отставай, такая. Кухня. Эй, не буду ничего заправлять. Дима. Собакин. Надо бы его снять. Кошку? Угу. Где он там? Он всегда здесь тусуется. Да. Фу, бля, водичка какая от него. Там все срет, что ли? Все. А, блин, я паузу нажал еще раз. Привет. Американец? Да, да, да. Я папу тоже застегнул. Так, и вот тут у нас хаус барокко. Ёпта. Салам, салам, салам всем пацанам. Чё, кого, блядь? Чё по новостям, блядь? Жопа. Полнейшая. Ой, блядь, свадьба там, готовка, бабки, блядь, туда-сюда. Движуха постоянно какая-то. Вон бухлинское надо купить завтра или сегодня. Хотя завтра, наверное. Ну вот. Так, тачка ломается, что-то сыпется вообще. Заебался, конечно. Глушак отвалился. Вот сегодня сделал. 4500 резонатор поменял. Вырезали старый. Приварили новый. Ну, опять же, там надо еще вторую банку менять. Еще стык там, блядь, ебать. Ебать, не пиздец. По ходовой еще, блядь. Гемора. Такая вот хуйня. Что еще? Ну вот, надо как-то с рестораном порешать что-то там. Родственники мои там не особо хотят идти на свадьбу, пиздец. Ваня Киселевского не пойдет. Ну, помнишь, наверное, Ваня Киселева. Ну вот. Второй брат тоже что-то мозгу ебет. Илюха Боченков. Так, ну, надеюсь, ты хотя бы придешь, блин. Мозгу ебать не будешь. Такое событие-то можно прийти. Вот.